Хопа, чувачок, с вами червячок. Сегодня мы играем в Commanders. А на самом деле с вами лысый Петр. И мы сейчас пробуем какую-то игру. Это демка, конечно же, демка. Не знаю, что это за игра. Только запустил и загружаться. Короче, ладно, ребят, включу, когда загрузится. Хопа. Вот я уже и здесь. Добро пожаловать на курс молодого бойца, новичок. Я молодой боец и еще новичок. Круто. Так, твоя задача. Уничтожить вражеские бункеры. Боевой корабль, используется... ладно, все. Все, давай. Так, хорошо. Это у нас что-то типа стратегии. Ставим. Вот сюда. Нет? Почему нельзя? Ладно, танк. Хотя бы танк поставим. Может, в принципе, что-то сделать. Удачно. Быстрее, ставь пулемет. Так. Поставим сюда войска. Кстати, что-то типа такой игры есть, там, не знаю, как называется, но она там на планшете телефонов очень популярная до сих пор, скорее всего. Там тоже берешь такие карточки, ставишь карточки разные, там у тебя здесь всякие базы есть, там все можешь ставить. Ну, интересно, короче, игра. Помню, раньше в нее играл даже очень много. Я победил. Та-та-та. Эй. И все. Ну, будет музыки больше. Сражением. Давай посра... Ты офигел? Мне запрещают сражаться. Окей. Так. Снаряжение. Ну, я хочу взять. Да. А, вот так. Отлично. Поторопить. Поторопи его. Что же там? Эй, какие-то карточки со звездочками. А, нет. На самом деле здесь золото и даже танк. Go down, сказал. Понятно, что танк не очень, конечно. Так. Ну, давай сражаться будем. Начинается битва. Так, сразу начать с пехоты. Так. С танка хотите? Ну ладно. Вот так. Так, сюда нападать вообще не будем, просто поставим сюда отрядик. А так, пойдем вперед просто, давай. Чисто пехота задача сейчас. Ой-ой-ой-ой. Все крушится. Все горит. Нам нужен срочно большой танк. Так, большой танк. Отлично. Попадай. Ей. Так. Пехота пошла. Танк пошел. Пошло все. Ой-ой-ой, попадают. Отлично, победа. Па-парам. Вот такая вот интересная игрушка все-таки. Открываем награду. Пропускаем награду. Давай, покажи мне что-нибудь, покажи, что там. Опять карточки со звездочками и внутри золото. И какой-то новый чувачок. Ладно. Вот. Новый Зизистис. Начинаем дальше. Нифига себе он дает. Крутой чувак. Ого, понятно. Так, уничтожай. Думаю, возьмет пехоту. Сразу же. И такого одного ракетника. И еще пехота сразу же пошла. А, не пехота. Где пехота? Эй! Да пехота делась. Давай. Пехота прикрывает, а этот будет стрелять по ним. Только быстрее давай, быстрее. Давай. Вот так. Давай, запускай. Ой-ой-ой, что это такое вообще? Я не знаю, что это такое. Не хочу с этим связываться, быстрее. Давай, толкай его, толкай.
Толкай. Куда ты пошел? Нам нужно эту фигню уничтожить. Вот так, молодец. Пехота. Вперед. Ну, опять победили мы. На всякий случай. Бах! Ой, ракеты сквозь текстуру пролетели. Ну окей. И опять же мы получаем новую награду. Та-дам! Огнеметчик. Интересно. Так, единицы. Можно затестить огнемет. А этого можно прокачать. Прокачали. Есть. Сражаемся. Думаю, ребят, это будет наше последнее сражение. Не в том смысле, что меня сейчас убьют. А в том смысле, что мы закончим на этом наш обзор игры. Так. Собаки! Вот так, на всех. А, ну и так все умерли. Хорошо. Так. Массивное наступление. Ой-ой. Вот так, неправильно, неправильно, блин. Ладно. Ставим здесь них, на их же базе свой. Своего пулеметчика. Огнеметчика ставим. Вот так. Ставим танк. Что уровнем? Ой, то есть за 6. Ставь. Что это? Нифига себе. Давай, что же эту фигню? Быстрей. Не то поставил. А, подожди, только то поставил, да. Так. Там у нас идет бой. Поставили танк. Танк вперед. Вот так. Так, стрелки быстрее. Затащим. Отлично. Теперь нужно танк. Давай, танк, быстрей. Отлично, танк готов. Ракета. Нет, 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 нет. Правильно. Ого. Вперед. Есть. Ну вот так, ребят, мы закончили с вами прохождение, такое мини-прохождение этой игры. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.